Большое вам спасибо за возможность участия в конференции. С моей точки зрения, организация на очень высоком уровне, я бы сказал, на высшем уровне. Все, что нужно для общения, это прежде всего интересные собеседники, доклады, информация. Все это я получил. И надо сказать, что за 25 лет это фактически вторая конференция, и обе произошли в 2018 году. Это значит, что русский, наверное, правда долго запрягает, но начинает быстро ехать. Значит, мне очень хочется, чтобы в этом формате мы встречались теперь уже периодически, может быть, ежегодно или чаще. И всяческих успехов вашей команде. Я заметил, что в основном члены команды – это девушки. Вот, значит, может быть, нам надо и президента на будущий срок избирать женщину.